На снеговой неосторожный маневр, и Mitsubishi Pajero Mini снес с дороги мужчину на мопеде. Мопед «Ямаха» движется по улице Снеговой от таксопарка в сторону ДСК. В районе дома номер 4 владелец двухколесника, не обращая внимания на то, что автомобильный поток притормаживает, продолжает движение. Это-то и становится причиной тяжелого ДТП, в котором водитель мопеда оказывается самой пострадавшей стороной. Ехал по главной, как обычно. Женщина решила повернуть, ее вроде как машина пропустила. А она, не убедившись во втором ряду, что есть, то нету, она газанула и меня сбила. Женщина, управлявшая Mitsubishi Pajero Mini, своей вины и не отрицает. По правилам она, конечно же, должна была уступить. И нет сомнения, пропустила бы любой транспорт, если бы его заметила. Габариты мопеда не позволили ей увидеть препятствия, а необходимость очень быстро повернуть и проехать перекресток сыграла с участниками злую шутку. Ударом переднего бампера Pajero сбивает седока с мопеда. Последний получает серьезное повреждение левой ноги, у него разбита голова. Потерпевшего мужчину перебинтовывают. По словам пострадавшего владельца мопеда, чувствует он себя нормально. Тем не менее, решено вызвать скорую, и все участники ДТП вместе с прибывшими родственниками невольной виновницы ожидают прибытия медиков и сотрудников ГИБДД. Мопед в аварии почти не пострадал, во всяком случае, каких-то серьезных повреждений на нем незаметно. А вот Pajero досталось более основательно. У него поврежден бампер, оторвался номер, на поверхности следы чужой краски. Так и не повернувший мини-джип практически перегородил одну из двух полос движения, что создало серьезные проблемы для автомобилей, проезжающих по Снеговой в обоих направлениях.